Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию верные друзья навек, актеры нашего кино, которые связывает многолетняя дружба. Ни для кого не секрет, что в современном мире настоящая дружба является большой редкостью. Тем более в кино, где огромная конкуренция и постоянное соперничество. Но остаются еще актеры, которые могут похвастаться своей искренней и многолетней дружбой. Кто-то из них начал дружить еще со школьных лет, а у кого-то дружба зародилась на съемочной площадке во время совместной работы. Александр Носик и Евгений Стычкин. Два замечательных актера нашего кино. Друг другу приходятся практически братьями, хотя общего родства между ними нет. Дело в том, что помимо одной профессии, их связывает общая сестра и крепкая дружба, которая зародилась еще в далеком детстве. Будущие артисты росли в одном доме и вместе учились, поэтому неудивительно, что спустя долгие годы продолжают дружить. К тому же Евгений и Александр нередко пересекаются на съемочной площадке, исполняя роли в совместных проектах, как, например, в сериале «В книге первом». Дмитрий Барков и Егор Дружинин. Многие зрители помнят потрясающую отечественную комедию «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные», где Егор и Дмитрий исполнили главные роли. Дело в том, что Барков на эту роль попал именно благодаря Дружинину, который предложил режиссеру пригласить на площадку своего друга-одноклассника. Мальчишки были лучшими друзьями в жизни – а поэтому играть им практически не пришлось. Спустя много лет актеры продолжают поддерживать очень хорошие отношения друг с другом. Роман Мадянов и Федор Добронравов. Эти известные актеры являются не только хорошими друзьями, но и коллегами по съемочной площадке, которые так полюбили зрителям. Кроме того, Роман и Федор уже несколько лет живут по соседству в одном из подмосковных поселков. И зачастую совместно проводят свободное от работы время. Артисты признаются, что всегда стараются помогать друг другу в непростых жизненных ситуациях, ведь порой одному крайне сложно справиться с важнейшими трудностями. Александр Рабак и Максим Лагашкин. Наверняка многие зрители уже привыкли, что если в кадре есть Александр Рабак, то очень скоро появится и Максим Лагашкин. Сегодня у замечательного актерского дуэта насчитывается более 40 совместных проектов, и это число ежегодно лишь увеличивается. Крепкая дружба между Александром Рыбаком и Максимом Лагашкиным длится уже более 25 лет. Они ведут общее дело, проводят вместе семейные отпуска, ну и, конечно же, исполняют совместные роли в кино и сериалах. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго, всего самого замечательного, а также таких же добрых, искренних и верных друзей по жизни. До новых встреч, до новых роликов. Всем удачи и всем пока-пока.